Несмотря на то, что в наш новый век все автоматизировано и большую часть работы выполняют машины, ручной труд все так же ценен и важен. На большом производстве лесосибирского комбината работает служба подготовки режущего инструмента, где трудятся наши главные герои Владимир и Евгений Алисовы. В любом производстве рано или поздно происходят сбои системы. Зачастую это связано с поломкой или же износом деталей. Дабы избежать таких ситуаций, на ЛДК номер 1 функционирует служба подготовки режущего инструмента, где профессионалы своего дела занимаются не только демонтажом, но и проверкой новых поставок деталей. Владимир Станиславович Алисов трудится здесь с 1987 года, устроился сюда сразу после армии. В принципе, работа здесь, как бы, немцы сделали ставку на то, чтобы человеческий фактор больше убрать. В старом лесозаводе там больше зависело от навыка, там постоянно нам надо было при заточке пилы настраивать эту пилу, смотреть, больше всего на слух это приходит с годами. А здесь на этих станках больше надо внимательности, аккуратности, забить правильно параметры, оценить пилу, как, чего ее снять. Хоть большинство процессов и проводится автоматическим путем, такая работа, как шлифовка, заточка, смазывание, не обходится без ручного труда. Ошибка всего в несколько миллиметров может остановить работу всего цеха. Поэтому очень важно знать технологию изготовления каждой детали. Вместе с Владимиром на предприятии работает его сын Евгений, который трудится здесь около 2 лет. Слаженная работа всей команды – залог успеха. Всегда помогаем друг другу и, конечно, передаем опыт новым работникам, рассказывает Евгений. Наоборот, кажется, когда с родителями намного проще работать, потому что тот же, допустим, со мной какой-нибудь посторонний человек, да, работает, я там нет-нет, там как-то лояльно отношусь, а когда все равно с родителями пытаешься где-то подтолкнуть, там помочь, еще что-то сделать, как-то все равно более ответственно подходишь к работе. Работа со станками – деятельность, требующая повышенной внимательности. Заточка зубьев пил – в своем роде искусство, требующее верности рук и хорошего глазомера. Исправное состояние деталей маленького механизма гарантирует бесперебойную работу большого предприятия. Гульнара Коваленко, Максим Коротких. Время новостей.